Сюжеты футболистской карьеры полностью вымышлены. Всякое сходство с реальными событиями является абсолютно случайным. Всем привет, друзья, с вами Андрей, это канал «Футбол – это жизнь» и это обзор 8-го сезона «Карьеры за игрока». Поехали! До закрытия летнего трансферного окна мы проводили 8 матчей в составе лондонского Челси, забили 7 мячей, отдали 4 голевые передачи. 3 раза были игроками матча, 1 раз попадали в команду недели. 20 августа 2026 года произошел переход из Челси в Манчестер Юнайтед за 97 миллионов 400 тысяч евро. Мы отыграли 67 матчей, забили 84 гола, отдали 23 голевые передачи, 34 раза были игроками матча, 13 раз попадали в команду недели. Становились игроком месяца в августе, в сентябре, октябре, январе, феврале и в апреле. Ну и за весь сезон 2026-2027 мы отыграли 75 матчей, забили 91 гол, отдали 27 голевых передач, завоевали Суперкубок Англии вместе с лондонским Челси и также Суперкубок УЕФА. Ну а за Манчестер Юнайтед мы выиграли бронзовые медали и Лигу Европы. В декабре 2026 года мы получили снова золотой мяч и стали двукратным его обладателем. Сейчас пойдут карточки за звание игроков месяца в английской премьер-лиге. Это карточка за игрока месяца в августе. Это за сентябрь. С приходом в Манчестер Юнайтед мы 3 месяца подряд становились лучшими игроками месяца. Ну и первая награда в 2027 году — это звание игрока месяца в январе. А за ней последовала и награда лучшего игрока февраля 2027 года. И под конец сезона мы завоевали еще и месяц апреля. Мы стали двукратными с вами, друзья, обладателями золотой бутсы английской премьер-лиги сезона 25-26 и 26-27, ну и обсудим сезон 2026-2027. Забили мы 52 мяча, побили рекорд Лионеля Месси, который забил за сезон в чемпионате 50 мячей, ну и стали еще и лучшим игроком сезона 2026-2027 в АПЛ. И вот наша карточка за то, что мы стали обладателями Лиги Европы сезона 2026-2027 в составе Манчестер Юнайтед. Ну и вот такие у нас изменения за сезон 2026-2027. Ну что ж, друзья, большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь на канал, не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы не пропускать наши новые видеоролики и стримы, которые у нас выходят по субботам. С вами был Андрей, это канал «Футбол – это жизнь». До новых встреч, друзья, всем до свидания.